год, как Крым с нами. Что это для нас? Я пока, честно говоря, не понимаю. И боюсь даже делать какие-то прогнозы. Но на сегодняшний день я понимаю, что как-то евро стало очень дорого. И очень дорого стало путешествовать. Теперь уже не в Крым. Хотя туда теперь можно ездить в открытую, спокойно, потому что это теперь Россия. Но во все другие места стало ездить очень сложно. Не знаю, связано ли это с Крымом или нет, но во всяком случае совпало. Насколько важно было для России обрести Крым? Мне сложно сказать. Это очень тонкая политическая игра, и мне не хотелось бы, наверное, в этом принимать участие. Я вам могу сказать так. Я бывал там и до того, как Крым стал Россией. Я бывал там, когда это был Советский Союз. Мне всегда там были рады, мне всегда там было хорошо. Я считаю, что главное, чтобы не погибали люди. Для меня это самое главное. И если мы обрели Крым, и у нас все стабильно и все хорошо, значит, мы все сделали правильно. Если гибнут люди, если в стране нестабильность, то, наверное, нам стоило подумать.